Ребята, всем привет и доброго времени! Как выпрессовать селенблок из коренного листа газели, соболя? Все очень просто. Есть специальный съемник, но если у вас нет специального съемника, то можно сделать специальный съемник. У меня вот часть от восьмерочного съемника передних подшипников ступичных. Я его вот так вот по кругу болгарочкой обточил, заняло это час времени, вот, ну, грелось, нагревалось, теперь он обалденно подходит под то, чтобы выпрессовывать саленблоки. Ну, сейчас я вам покажу, как это все происходит. Вот, ребята, видите, как оно у меня все получается. Я в тисках буду выдавливать этот саленблок, и все, ну, у меня рессорки-то разобранные, поэтому делаю вот так. А если у вас рессорки стоят на месте, то вам можно взять вот такой вот длинный болт. Сейчас мы посмотрим, он родной от съемника подойдет или не подойдет. Так, это один болт съемника. Где-то был второй. Вот, смотрите, ребята, я нашел. Это родной болт. Он короткий. Если можете увидеть. А есть вот такой вот второй. Вот он подходит. Подходит замечательно. Вот по длине. Вот сюда вот вы ставите. Это обоймы от передних подшипников ступичных B3 Passat. Подойдут с девятки. Они, в принципе, там одинаковые по диаметру. Внутреннюю часть вы выкидываете. Они у меня вот разрезанные. Ну, под другое дело. Вы не разрезаете. Ставите туда вот большую шайбу. Болт, и начинаете его крутить, и он у вас выдавит вот этот вот саленблок вот сюда, и все. Таким образом вы все это дело разберете при помощи болтов. Вот. Но у меня есть тиски, у меня рессоры сняты, поэтому я делаю так. А как это будет происходить с болтами, я вам покажу на машине, когда дойду до передних рессор. А пока смотрим, как это происходит. Ну что, вот так вот это все произошло в тисках. Да, не очень просто. С маленькими тисками я даже не знаю, справиться здесь получится, нет. Но с моими я нормально, в принципе, справился без особых мучений. Знаете, в чем еще плюс вот этой вот штуки, именно восьмерочной? У нее здесь, видите, внутри выборка. И она, получается, становится... И она не давит внутреннюю втулку. Она давит только наружные стенки. И ровненько их хорошо задавливает. Поэтому новые саленблоки можно будет также задавливать. Но это уже будет отдельное видео, которое вы сможете посмотреть описание, перейти по ссылочке и посмотреть, как я впрессовываю новые саленблоки в свои новые рессоры. Ну что, ребята, а на этом вам всем добра, вам всем пока. Смотрите. Наслаждайтесь и не ездите так, как мы.